В рамках реализации партийного проекта «Старшее поколение» одинцовские единороссы поздравили с 95-летием ветерана Великой Отечественной войны труженицу тыла Марию Михайловну Елманову. Во время войны она работала на заводе по обработке каучука. Предприятие изготавливало надувные спасательные лодки для морских летчиков. Там она проработала до 1946 года. После войны получила образование экономиста и более 25 лет была главным бухгалтером в Институте советского законодательства. Помимо подарков и цветов, партийцы вручили труженице тыла поздравительные открытки от президента России и губернатора Московской области.